Всех приветствую, и сегодня распаковка была на 24 тысячи тенге. Что можно же купить? Лавровый лист, йогурт, но это обязательно, дети кушают, и сами мы кушаем желейки, любим эти мармеладки, нравятся очень. Лавровый лист много не бывает, поэтому нужен всегда соль мелкая, так, масло пачка. Томат-паста, любим эту вермишель, очень вкусная, сосиски, 2000 с чем-то цена, килограмм, по-моему, кофе обязательно, бальзам для волос. Конфеты, стакан молока, по-моему. Капуста дешевая, 174 тенге, вижу уже. Мясо, 2 с чем-то там, цены плохо вижу. Так, 2 кусочка филе чистое на 5 чем-то. Чистое филе. 5416. Это выпечка, мы ее любим. Пампушка печет вкусные со сгущенкой булочки. Потом баурсаки. Некогда жарить самим, покупаем. Еще такие же булочки с курагой взяла. Свежая вкусная выпечка. Вот эти вот с курагой вкусные очень. Миринда. Минеральная вода. Дети пьют лапша яичная. Что там еще? Лук вижу. Так. Что там у нас еще было? А, яйца, лоток. И вот этот закуп на 20.